Сорт томата полосатый синка. Это среднеспелый сорт. Кусты могут быть в высоту до 1,50 м, мощные. Формировать их нужно в два стебля, чтобы получить более крупные плоды. Плоды вот такие вот огромные, плоскоокруглые, немножко заметные ребра. И вот такие вот розовые полосы по всему томату и розовая верхушка. Вес плодов бывает от 300 до 700 грамм. В разрезе томат многокамерный, очень мясистый и очень сочный. Розовые разводы и желтая мякоть. Этот сорт универсального назначения подходит для салатов, для заготовок, для томата и кетчупов. Всегда дает высокий урожай. Подходит для теплицы и для открытого грунта. Впечатляют не только размеры плода, но и его урожайность. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видеообзоры.